Друзья мои дорогие, всем здравствуйте! На связи рубрика «Не суди других», ну или «Суди других». С вами баба Вера с цветами с огорода, то есть все как надо. Я сегодня вам хочу рассказать историю. Она, знаете, она вот не такая жесткая, как большая часть истории, которую мы с вами обсуждаем, там, когда какие-то там измены на измене, какие-то выгоны из дома, буянство какое-то непонятное. А здесь чуть-чуть про другое, наверное, про несчастье, что ли, сложного человека, про какое-то вот это вот давящее одиночество, очень неглупого, очень интересного человека, но человека вот как раз, что, как говорится, со сложным характером. А эта история про мою преподавательницу, еще самое первое мое высшее образование, это конец 90-х. Самое начало 2000-х годов, мое первое образование, связь с общественностью, пиар, ну, то есть, да, как помните, у Гандапаса там в Макаронно-строительном институте, ну, там у нас в техническом вузе, в очень таком хорошем, кстати, там у нас были вот кафедры экономики, связь с общественностью, вот там на дневном отделении, значит, учились мы, у нас группа такая была по большей части девчачья, ну, как бы учились-учились, а не про это речь. И была у нас там преподавательница одна. Естественно, все имена изменены, совпадения случайны, чтобы никаким образом, да, так не преследует цель кого-то, а не унизить, оскорбить. А как мы ее с вами имя возьмем? Давайте мы ее еврейское имя возьмем, потому что она была еврейка, очень такая красивая. Ну, вот здесь тоже у нее пусть давайте еврейское имя будет Сара, допустим, ее будут звать. Сколько Саре было лет на тот момент? На тот момент ей было где-то, знаете, к 40, вот как-то так, что-то в районе 40. Такой тип внешности очень интересный у нее был. Она полноватая, она, ну, как бы не ужасная, но полноватая, при этом с очень правильными чертами лица. Такая рыженькая, такая вся прям аккуратненькая, такая улыбчивая. Ну, как вот мне казалось, очень, очень привлекательная женщина, очень такая вот в своем типаже, в своем образе. Как-то мне вот, ну, казалось там до какого-то момента, что наверняка у нее там поклонники есть, они очень яркие. А по факту там оказалась другая история. Как она вот нашу параллель, она нас почему-то как-то не любила, мы ей не нравились, не знаю почему. Ну, она как бы придет, занятия там свои отведет, все нормально и уходит. Не любила она нас, как всегда так достаточно строго спрашивала. Она у нас вела, наверное, может быть, две или три дисциплины, причем профильные. Она сама неплохой специалист. Я знаю, она где-то там консультировала на тот момент еще, когда не так развито это было. Ну, сильный специалист, такой достаточно интересный, своим подходом. В общем, наш параллельно вообще нас не любила. Не знаю почему. Не глянулись мы ей. Но она любила тех, кто нас на год старше учился. Вот ту параллель. Там тоже девчачья группа. Там тоже в целом. У нас вообще всякие такие, знаете, в целом правильные и адекватные. У нас мало было таких, кто там прогуливал. И там такие же. Но там было, вот знаете, как может быть тоже там трое, четверо амбициозных. Может, поэтому они и симпатичны были. Не знаю, почему она с ними как-то больше дружилась. И вот просто капучилась. Я с двумя девочками, которые меня на год старше, я с ними по работе потом. Я рано работать начала. С первого курса. Я с ними тоже по работе пересекалась. Естественно, мы про наших преподавателей там сплетничали, обсуждали. И вот про Сару мне эти девочки рассказывали. Она их параллель любила. То есть она с ними прям ходила, например, куда-то там в бар. На дискотеку могла она с ними пойти, где-то там посидеть, вина попить. То есть она с ними прям как подружка тусила, ей с ним было интересно, ей с ним нравилось. Ну, понятно, там вина попили, естественно, разговоры за жизнь очень личные пошли. И плюс, как они тоже, девочки, рассказывали, она с ними делилась даже на занятиях. Там, когда время оставалось, вот как-то вот за жизнь, она вот... С нами такого не было, с нами только исключительно в рамках дисциплины, да, и плюс содрать побольше так с нас старалась. Вот, значит, делилась она с ними. И в чем ее история? У нее, я тоже обратила внимание, очень так странно, она кандидат была, ну не буду говорить каких наук, да, зачем нам эти подробности, ну гуманитарного направления. Но помимо гуманитарного направления, она была еще кандидат технических наук. То есть человек-то так нехило две диссертации защитил.
У нее, кстати, папа в ВУЗе работал. Папа такой очень адекватный, такой порядочный, прям вот образцово-показательный преподаватель. Настолько вот он ничего лишнего, настолько он справедливый. Причем она, мне кажется, на него вообще не похожа. Он такой худощавый очень был. Вот. Ну, вот не знаю, там, к чему я, в общем, она сама из этой вузовской среды. И, в общем, вот, она, ну, там, допустим, да, сейчас я сочиняю, я, кстати, не помню, каких она наук, ну, допустим, кандидат там культурологических она наук, например, и кандидат там физико-математических наук. Вот так у нее было. Причем она никогда эту математику не преподавала, даже близко. Она всю жизнь вот в этой гуманитарной сфере, у нее там какие-то свои достижения определенные были. И оказалось, что она эту кандидатскую математическую защищала, потому что она там в каком-то преподавателя женатого была влюблена, который был ее на много-много лет старше, и она вот, типа, чтобы его впечатлить, пошла вот в это вот, в общем, защитила, защищалась, потому что она у него, ну или там в его совете, где он там был, но, в общем, вот, но никак это на ее личную жизнь не повлияло, как-то он так и не влюбился в нее, в общем, не получилось. И она им все время, вот этим девчонкам, жаловалась на свое одиночество. Она считала, что она типа одинока, потому что она типа там полновата. Но я говорю, ну это настолько такая у нее была приятная полнота. Плюс Сара, она очень такая стильная была. Она, знаете, вот, например, там вся в черном, да, на шпильках, яркий маникюр, там какие-то кудряшки. Ну, то есть, действительно, она, ну, умный человек, да, умная женщина, у которой есть она всегда сумеет себя преподнести, как бы, не, ну, сложно было сказать, что она, типа, некрасивая, поэтому на нее внимания не обращают. Да, может быть, не каждый влюбится в такой типаж, но, да, зачем все, зачем большинство? И она жаловалась, потому что она прям много-много лет одна, то есть те, кто на нее обращает внимание, они ей неинтересны, они, типа, скучные, они, типа, тупые. Ну, понятно, что студенты-то вряд ли ей были интересны, но там кто-то, может, там из преподавательской среды, кто-то из вот этой вот среды, куда ее иногда приглашали консультировать, что все не то, все какие-то, в общем, бесит ее. Те, кто ей нравились, это вот тот преподаватель из технической сферы, еще какой-то у нее там был тоже, ну, не совсем роман, но тоже нравился ей кто-то, недоступный такой, то журналист, что ли, какой-то там титулованный, тоже по нулям, тоже на нее внимания не обратили, и она вот постоянно одна, и ей так скучно и тоскливо, и из нее очень много этой желчи лилось, то есть она им, девчонкам, жаловалась на то, что мужчины ей говорят, что типа ты злая, мы тебя боимся, ну как-то что-то такое от тебя сквозит, что дружить с тобой можно, но встречаться с тобой типа не-не. Я вспоминаю, да, как вот она там с нами общалась. Это же опасно, очень, да, умная женщина, но мне правда, не столько этой язвительности, не столько этой желчи. Всегда на недостатки внимания акцентирует. Ну, конечно, может, какая-то злость от неудовлетворенности, а ведь бывают нередко и, да, такие желчные люди, наоборот, как говорится, горе от ума, такой у них интеллектуальный скептицизм на грани с мизантропией. Вот, в общем. И вот все время она тусила. Да, она потом, помню, садилась на диету. То есть там, причем диета вообще жесточайшая была. Она там практически, типа, там одну воду пила, фрукты какие-то ела. Да, она сбросила немножко, но она потом все равно в свой вес вернулась. То есть, видимо, ну, особенности организма такие. И вот уже там сколько-то лет прошло, мы там с кем-то тоже так пересекались, вот из тех, с кем учились, и тоже говорили, что она так, ну, никого не нашла. У нее отдельная квартира, там и родители, и мама, или, может, сама она заработала в городе-миллионнике. Вот, да, неплохо с работы все, и, как я понимаю, ей нравится эта сфера, которой она занимается. Но она так и одна, и еще как-то злее она стала, и так вот и ни с кем у нее ничего не сложилось. При том, что она хочет любви, она мечтает о любви, она как может старается выглядеть, то есть она не ходит там лицо кирпичом, она вроде как, но вот подход не может какой-то найти. В общем, но она несчастна, ведь к одиночеству разные подходы у людей. Она несчастна от своего одиночества, но она себе одновременно и ровню не может найти. И она одновременно, да, как бы, да, на что попала, не согласна. Конечно, мне кажется, там однозначно какие-то и детские у нее истории все-таки, да, видите, выбирает статусных мужчин, там некая такая, может быть, проекция папочки, может быть, загадочная, ну, какая-то вот эта загадочная линия. У нее, говорю, папа, ладно бы, если я ее папу не видела, я бы сразу подумала, о,
психология, классика жанра, что-то не то с отцом. Папа очень такой адекватный, и она с ним общается. То есть мы видели, вот она там ходит к нему на его кафедру. То есть там вроде такие отношения-то теплые. Конечно, мы до конца всех травм с вами не знаем. То есть, может, он не родной отец, может, на самом деле у него другой отец, там, может, мама какая-то специфическая. Ну, наверняка, во-первых, что-то есть вот в детских травмах, да, но все-таки надо на свое настоящее смотреть. Но тебе, по сути, люди дают обратную связь. Что ты где-то слишком там злая, слишком отстраненная, слишком язвительная, что далеко не во внешности твое дело, тебе люди говорят. Но при этом, да, ты как раз, в общем-то, списываешь все на внешность. Ты один раз попробовала очаровать какого-то там преподавателя, да, там, ну, как тебе казалось, там, неприступного, не получилось. Ты другого такого же себе сложного, неприступного, замудренного взяла человека, тоже не получилось. Может, стоит каким-то другим сегментом присмотреться. Никто же не говорит, что тебе надо там на кого попало соглашаться. Но раз тебя тяготит твое одиночество, надо что-то менять, а не ходить злиться. Да, у меня какое-то неоднозначное по ней впечатление. А знаете, такого человека из противоречий сотканной. С одной стороны, она вот магнетизмом своим как-то привлекает, потому что она правда яркая, интересная, она профессионал, но с другой стороны, она колючая, она как ежик, она в тебе, ты вот сидишь, ты понимаешь, она в тебе плохое видит, она нехорошее в тебе видит, она в тебе видит вот что-то вот такое вот, и, конечно, это так, ну, конечно, мы девчонки были, да, может, там какая-то женская конкуренция, я уже там за давностью лет-то не помню, сколько назад лет-то было. Ну, в общем, вот как-то так, и она уже получается так прям, ну, серьезно не молода, то есть ей уже это сколько времени-то прошло, ей лет 60 получается, и вот так она и ничего, конечно, у всех цепочек ее романов не видим, но она не устроила личную жизнь. Вот что думаете по этому поводу? Вот как вы считаете вообще проблемы таких, как Сара? В чем? То, что они недостаточно гибкие, в том, что люди не хотят в них, может быть, ценность какую-то увидеть. Как думаете? Вот ее тяготит, ее одиночество, она не хочет быть одна. Как думаете? Вот, да? Потому что они, может, слишком интеллектуальные. Может, вы какие-то примеры в своей жизни встречали? Просто вот интересно, да, что вы думаете по поводу таких людей. Очень интересно. И делитесь вашими историями. В общем, сплетничаем, немножко пар спускаем и идем с вами дальше. Расти и развиваться. Всем пока. Всем до скорых волнующих.